Подземный толчок магнитудой 3,3 зарегистрирован сегодня в Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 5 часов утра по московскому времени в 4 километрах юго-западнее Алагира и в 39 километрах западнее Владикавказа. Эпицентр толчка находился на глубине 5 километров. Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.